Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая свои видеообзоры перца, я напомню, что в предыдущих видеороликах я вам рассказывала про перец сладкий сорт Винни-Пух, что это карликовый сорт, очень миниатюрный и очень скороспелый. Про сибирский князь, про который говорила, что он со стандартными плодами, хорошая урожайность 5,5 килограмма с метра. И про сорт Патриция, который очень крупноплодный, очень урожайный, но плоды у которого такие большие, что для фарширования он не очень удобен. Еще раз напомню, для тех, кто предыдущие выпуски, может быть, не смотрел, для чего я это делаю. Все эти маленькие-маленькие короткие описания, ролики, я делаю в помощь начинающим огородникам и просто интересующимся людям, для того, чтобы они ознакомились с характеристиками сортов и выбор сорта перца уже проводили осмысленно, чтобы, например, знали, какой из этих перцев ранний, какой скороспелый, какой поздний. Я буду описывать сорта, и которые у меня росли, и которые новинки. И эта информация, я думаю, будет важной всем, особенно начинающим. Сегодня наш главный герой будет перец Венти. Это очень ранний, скороспелый сорт. Тем, кто заходит ко мне на страницу в Одноклассники часто, он хорошо знаком, потому что я летом делала про него видеообзоры. У меня даже есть такой видеоролик под названием «Какие перцы поспели в первую очередь?». Он датирован 18 июня. И вот если кому интересно, посмотрите на моем канале YouTube. Там показано, какие перцы уже поспели у меня в сибирском регионе 18 июня. Это был два сорта. Вот перец Венти и Ласточка. Сейчас найдем ее. Вот. И вот этот перец Ласточка. Вот в прошлом году показали наилучший результат. В июне мы уже их кушали. Сейчас подробно расскажу о перце Венти. А вы смотрите картинку. Ранний, очень нежный. Ранний сорт для открытого и защищенного грунта. От всходов до начала плодоношения 95-110 дней. Куст компактный, высотой 45-55 см. Плоды удлиненно-конусовидные, гладкие, с нежной тонкой кожицей, великолепных вкусовых качеств. В технической спелости красный, масса плода 70 грамм, устойчивый к заболеваниям. Ну и условия выращивания обычно предварительно замочить семена, рассадить, высадить. Все. Теперь расскажу от себя. Вот этот сорт, он не относится к ультраскороспелым, как Винни-Пух, про который я говорила. Винни-Пух это очень-очень ультраскороспелый. У него маленький кустик и маленькая у него небольшая урожайность. Этот сорт уже ближе относится, ну как, даже не то, что посредине, вот сибирский князь это совсем такой, ну нормальный сорт. А вот он уже ближе между карликовым и средним. Вы видели, что там высота у нас указана всего 45-50 сантиметров. Он невысокий, у него кустик такой компактный, но он плодоносит очень долго. Он будет весь увешан плодами. И если кому интересно посмотреть на этот сорт, ну, в натуральную, как он растет. У меня летом про него есть видеообзоры. Он весь-весь увешан плодами, очень красивый. Он такой бледного цвета. Сейчас покажу, какой. Он примерно вот такого цвета, когда он не созревший, а когда созревший, он прям сверкает. Такой ярко-красный цвет, и так, ну как с розовым оттенком. И такой глянцевый, очень красивые вот сами плоды. Мое мнение о этом сорте сложилось уже давно. Это ранний сорт, он очень удобный. Если у кого-то, я уже говорила про него еще летом, у кого-то короткое лето и нет теплицы, нет условий выращивать в теплицах, в открытом грунте идеальный вариант.
Он быстро поспеет, конечно, не так, как у меня 18 июня, потому что это в теплице, во-первых, а во-вторых, у меня ранний посев был в прошлом году, я сеяла в январе. Но если даже без теплицы, пусть не в июне, но в июле, вы уже запросто можете кушать плоды сорта Венти. Вот очень его рекомендую в таком, в раннеспелом сегменте. Конечно, он не заменит вот эти вот сорта, которые будут потом уже, как Патриция, Золотая бочка, другие толстостенные. Но для раннего урожая идеальный вариант. Вот рекомендую. Перец сладкий, Венти. Если кому-то интересно более подробное описание, вот характеристики этих сортов, заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. У меня там все описано, снято видео, все материалы в одной кучке сложены. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Эти короткие видеоролики о выборе сорта специально в помощь начинающим садоводам-огородникам или тем, кто хочет расширить свой ассортимент. Я вот рассказываю обо всех сортах, а вы выбирайте, смотрите. До свидания.